преподаю на рок-школе. Все, кто меня знают, всем привет. Сегодня было круто, несмотря ни на что. Хотел сказать спасибо рок-школе. Как сказать, команде всей рок-школьной, в принципе, за этот опыт, который приобрел я, типа, на моем коротком как-то пребывании здесь с вами 3 года, у вас 5, да? Сегодня юбилей 5 лет, да, ну, 3 года. Миллионы, короче, талантов мне встречались. Это так круто, офигенно, реально, очень, не знаю как. Это классно, когда, то есть, к тебе приходят люди, они приходят, типа, нулевые, и ты посмотришь, во что они превращаются, как они раскрываются, становятся реально какими-то просто невозможными личностями. Я лично вспоминаю себя вот в ихние годы. Мы просто, как говорят, типа, в песочнице песок ели в это время, да, типа... Yeah. Вот, хотел сказать, что мы, ребята, будут играть на нашем презентации альбома команды Psionic Arc. Вот. У нас будет презентация альбома, я думаю, где-то через полгодика. Ребята, хочу, чтобы вы играли у нас на разогреве. Ну, в принципе, все. Спасибо еще раз рок-школе и с юбилеем вас всех. Поаплодируем друг другу. Ребят, и еще я всегда люблю говорить такое родителям: спасибо большое за ваше терпение титаническое. Отдельные аплодисменты родителям, пожалуйста. Я все, спасибо.